Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Продовжуємо працювати в умовах воєнного стану. Будемо слідкувати не тільки за тим, що відбувається в Україні, а й за тим, що відбувається у всьому світі, зокрема у наших сусідів, адже ціла низка важливих і цікавих речей, на жаль, дуже часто проходять фактично повз нашого інформаційного поля. Зокрема, от було затримано колишнього президента Молдови Ігоря Додона, якого, в принципі, достатньо обґрунтовано вважають проросійським політиком. От і власне, як ми можемо оцінювати як українці цей процес? Ми сьогодні будемо говорити із головним редактором телеканалу АВ ТВ молдавським Андрієм Андрієвським. Вітаю вас, Андрію. Здравствуйте. Скажите, вот ваша оценка, это, в принципе, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что действительно, ну, и в, что хорошо бы, чтобы и вот в вашей стране не допустили тех ошибок, которые допустили в Украине, и действительно почистили политическое информационное поле от агентов влияния Кремля. Как вы считаете, в принципе, этот процесс уже начался, и вообще, как вы оцениваете вот задержание такого, действительно такой значимой политической фигуры, как Додон? Ну, безусловно, задержание имеет огромный резонанс в нашем обществе. И у нас, кстати, сегодня были очень большие протесты его сторонников. Они ходили по всему центру, от парламента до тюрьмы, кричали «Свободу Додону». И, ну, как бы это ожидаемо, потому что, на самом деле, там, в общем-то, фронтменами этого протеста были его соратники по партии, которые в результате его задержания могут оказаться без этих теневых зарплат, потому что, насколько у нас вот, ну, в обществе так говорят, что финансирование идет из Москвы напрямую через него, через Додона и через его брата. Поэтому как бы эти люди все могут оказаться завтра без денег, и вот они, естественно, очень сильно этим фактом возмущены. Но если говорить про общеполитическую ситуацию, то да, это очень важный момент, потому что это сигнал всему обществу. У нас, знаете, вот долгие годы было, помимо Додона, есть еще другие партии, другие политики, которые, в общем-то, не стесняясь, работают в интересах Москвы. И вот сейчас это такой сигнал, что нет, ребята, притормозите, не так все просто, не проходит это все вам бесследно. Да, тут надо понимать, что его, у него несколько обвинений. Его обвинили по статье «Измена Родине», по статье «Коррупция» и по статье «Незаконное финансирование партии со стороны преступной группировки». Как-то вот так примерно это звучало. На самом деле, по поводу «Измены Родины» у меня тут есть сомнение, что у них есть серьезные доказательства, потому что, ну, как бы, да, все знают, что он работает на Москву, но как бы нашего знания и понимания недостаточно для суда. Тут нужны какие-то аргументы. Поэтому тут я не уверен, что они смогут собрать нужные доказательства. Но по поводу коррупции тут как раз, я думаю, полно есть аргументов, потому что человек этот замазан в коррупции просто с ног до головы за долгие годы, у него там целый шлейф. Он и засветился в Багамском досье. Это у нас было такое большое расследование известной компании «Райс», журналистской, которая проводит расследование. Они нашли, что он находится в этих вот Багамских, Панамских досье. Там упомянут, как через эти офшоры проходили деньги московские, сюда попадали в Молдову на финансирование партии, что как бы подпадает и под незаконное финансирование партии, и под отмывание денег. Короче, там много чего. Плюс известная история, когда он получал кулек полный денег от нашего олигарха Плохотнюка. Это видео, которое Плохотнюк, когда сбежал из страны, оно было слито в интернет из кабинета Плохотнюка, когда Додон, будучи президентом страны, сидел в этом кабинете и жаловался Плохотнюку, что, дескать, Козак, представитель Путина, раньше давал ему по миллиону долларов в месяц, а сейчас перестал давать, и что, типа, сказал, теперь вы сами власть, сами зарабатывайте. И он говорит, что Плохотнюку, говорит, типа, ну, давайте теперь вы нам. И Плохотнюк вынес и дал ему полный кулек денег, большой такой пакет, как бы, товарный. И, ну, Додон ответил на это, что я завтра улетаю за границу, поэтому передайте Косте, чтобы он передал Корнелу, потому что нам надо выплатить в партии завтра зарплату. Ну, мы все в Молдове знаем, кто эти Костя, кто эти Корнел. Костя – это был зам Плохотнюка, Корнел – это был зам Додона. То есть, как бы, по коррупции там очень много за что есть зацепиться. Но вот проблема именно то, что если его посадят как коррупционера, то есть, как бы, ну, по факту хорошо, да, очень хорошо. Но то, что он соскочит с темы измены Родины и соскочит с того, что он работал на Россию, это хуже, потому что все-таки вот тогда не будет урок для всех остальных, потому что есть полно микропартий, которые только мечтают занять его место.
выслуживаться перед Путиным. Они сейчас все очень активны, все активно критикуют Украину, активно хвалят Россию. То есть, ну, да, это маленькие партии, там у них по 2-3 человека в некоторых. Но сам факт, что дайте им деньги, и они сразу же начнут активную деятельность. Поэтому вот в этом плане, конечно, жаль будет, если ему удастся избежать этой темы, связанной именно с работой на иностранное государство. Ну, посмотрим. Сейчас пока, знаете, вообще очень сложно. Вот у меня картинка становится больше. Это вы что-то делаете, нет? Нет, я ничего не делаю. Очень интересно. Да, так вот, у нас сейчас, знаете, в обществе есть такое, как оно, кстати, есть и у вас в Украине, вот эта вечная зрада. У нас тоже ищут какую-то конспирологию, что якобы это подстава, что силовики специально его сейчас задержали, а доказательств нет, а значит, его потом отпустят, и значит, все, дело развалится. Поэтому сложно сказать, что на самом деле. Ну, посмотрим, вот, буквально сейчас, полчаса назад, появилась новость о том, что прокуратура запросила для него 30 суток ареста, потому что у нас по закону берут сначала на 72 часа, потом в этот период должен собраться суд и вынести следующее, либо его перевести под арест, либо под домашний, короче, определить его статус. И вот прокуроры обратились в суд с просьбой дать 30 дней предварительного ареста. Что ответит суд, пока не знаю, вот на ту минуту еще нет никакого решения, посмотрим. Я смотрел на днях ваш видеоблог, и вот мне вот обратил внимание на одну мысль, вот, которую вы говорите, что у вас каждый следующий президент приходит на лозунгах того, что предшественник вор и негодяй. Ну, у нас примерно такая же ситуация, вы же понимаете. Вот. И при этом ничего не происходит, потому что после того, как человек получил власть, да, ничего не происходит, чтобы, ну, вот якобы себя обезопасить, чтобы когда наворуется уже он, его не посадил его последователь. Вот. Майя Санду, которую вы критиковали за нерешительность определенную, все-таки шаг сделала. Как вы считаете, насколько это все-таки действительно шаг вперед для установления закона, правовой системы в рамках вот как раз политического, глобального, ну, не глобального, скажем так, а государственного политического поля, да, и искоренения и, в принципе, коррупции, и иноагентов в высших эшелонах власти. Смотрите, по поводу Майи Санду, я ее вообще много лет критиковал, но критиковал ее в основном по другим пунктам, не по коррупции. Потому что вот в плане коррупции к ней реально очень тяжело подкопаться, потому что, ну, вот у нее такая, знаете, репутация, она в хорошем смысле сумасшедшие, вот, как будто она не из Молдовы. Потому что у нас все политики приходят во власть, чтобы воровать. Это вот такая древняя традиция, ну, древняя, я имею в виду, в новейшем времени, я не знаю, как было в древности, но, по крайней мере, на моей памяти воровали все. И вот она в этом плане, она какая-то инопланетянка, как будто она вообще должна была быть политиком где-то в Европе. Она вот реально, она живет в обычной квартире, в обычной советской девятиэтажке, и что, конечно, нонсенс. Потому что если вы видели кадры задержания Дадона, он живет в четырехэтажном своем особняке, ну, такой, знаете, мини-дворец. И да, это вот как бы нормально, типично для молдавского политика. А вот она как-то более такая простая, но по многим параметрам ее можно критиковать, в том числе есть определенная нерешительность. Я даже сейчас не могу сказать, что она будет активно оказывать какое-то политическое влияние на судебную систему, чтобы та довела дело до конца. Потому что на самом деле у вас проблема, даже если предположить, что Санду будет делать все правильно, то есть она будет не оказывать никакую протекцию Дадону, что она будет настаивать, чтобы дело расследовали честно и открыто, у нас огромная проблема в судебной системе. У нас страшно коррумпированные судьи. Просто это уже, ну, это знает вся Молдова. В судах разваливаются все дела. У нас есть известный такой человек, он лидер партии, Илан Шор, который уже где-то лет 5 или 6 находится в бегах в Израиле, и тем не менее одноименная его партия, партия Шора, находится в парламенте, и его дело, несмотря на то, что он получил приговор суда первой инстанции, получил 7 лет по делу о краже миллиарда, это у нас такое известное наше местное дело, но при этом окончательный вердикт не выносится уже вот столько много лет. Под любыми предлогами постоянно что-то переносится, откладывается. Судья заболевает, адвокат заболевает, суд переезжает в другой город. Короче, что угодно, но вердикт не выносится. Очевидно, что это не просто так. То есть тут, ну, явно какая-то идет мотивация как-то этих судей, кто-то убеждает так поступать. Вот я боюсь этого, что произойдет такое, потому что Дадон очень богатый человек, может быть, один из самых богатых людей в Молдове. У его брата огромный бизнес с известным сыном российского прокурора Чайки и в Москве, в строительном бизнесе, в мусорном бизнесе, в Приднестровье у них там вроде какая-то доля в майнинге есть, поэтому у них деньги есть.
Молдавские судьи любят деньги, поэтому вот посмотрим, как бы, что тут победит. Андрей, с одной стороны, конечно, смотрите, дело... если получится, да. Если у Додона получится откупиться, насколько велики риски, что вот он эту нынешнюю ситуацию сможет трансформировать в дальнейший политический свой капитал? Вы знаете, об этом многие говорят, что это будет повод, дескать, вот он жертва, жертв любят, но на самом деле я так не думаю. Вот я в этом плане расхожусь с многими в своем мнении, потому что Додон чрезвычайно токсичный персонаж. Он, несмотря на то, что Россия влила в его президентскую кампанию просто астрономические по молдавским меркам деньги, там был слив о том, что порядка что-то 14, по-моему, миллионов долларов они потратили на него за 2 месяца кампании. Это по молдавским меркам просто море просто. И он проиграл. То есть, потому что он настолько уже достал людей, у него настолько репутация жулика, который постоянно врет, постоянно что-то мошенничает. Поэтому я не думаю, что он может быть лидером пророссийской оппозиции. Это хорошо на самом деле, чтобы он был этим лидером, чтобы они его оставили. Потому что, когда он пролетел на президентских выборах, у нас тут были такие инсайды, что в Москве решили от него избавиться. Как бы там до них дошло, что с этим парнем они каши не сварят. Но потом вот как-то события начали разворачиваться слишком интенсивно, и они решили на переправе коней не менять. И по-прежнему остался он главным у них здесь их агентом. Поэтому, как по мне, так, пусть так и остается. Потому что даже если ему удастся сейчас отбиться каким-то чудом от суда и попытаться опять возглавить всю эту вот пророссийскую нашу шоблу, то это хорошо, потому что его токсичность потянет их дальше на дно и не будет ему давать как бы поднять эти силы на какой-то серьезный уровень. Потому что если пришел бы человек без такого шлейфа, как у Додона, то да, это было бы очень опасно. С российскими деньгами и с харизмой они бы могли добиться многого. А так пусть будет лучше Додон. Вот у нас такая ситуация, я думаю, что вы знаете, да, что начал говорить Виктор Медведчук, рассказал многие интересные вещи. Но вот я помню, когда его, собственно, против него открыли уголовные дела, когда вот это только вся ситуация начиналась, еще до войны закрыли его откровенно пророссийские пропагандистские каналы, Кремль на это очень так ревностно реагировал, потому что, ну вот это наше. Да? Как вы думаете, возможна ли реакция Кремля, да, и в частности в контексте ситуации в Приднестровье, на задержание Игоря Додона? Вы же понимаете, они могут разные гадости делать. Ну, официальная реакция уже было высказывание Захаровой, которая там высказала обеспокоенность. Потом вроде кто-то из Думы, я не помню, кто именно, тоже там что-то покудахтал, что как так, вот задержали, это преследование России, это против России. То есть, ну, такая реакция, как бы, ну, бог с ним, ничего страшного. Полня. Да, это болтовня. Насчет физической реакции, понимаете, я убежден, что здесь не имеет значения Додон, не Додон, какие-то проевропейские пассажи Санду, это все не имеет значения, потому что если Путин сможет дойти до Молдовы, он дойдет и, ну, как минимум, пойдет в Приднестровье, это как минимум. То есть такой план есть, это озвучивали их генералы, которые говорили, что там в Приднестровье якобы притесняют русскоязычных, поэтому что бы мы сейчас делали или не делали, это не изменит ситуацию. То есть если он сможет пробиться сквозь Украину, то он сюда залезет. Если он не сможет пробиться, он сюда не залезет. Поэтому как бы тут ничего не сможет изменить задержание Додона или выпуск Додона. Это все как бы вторичные какие-то моменты. Да, может быть, что-то будет использовано пропагандой, как какие-то поводы. Ну, вы же понимаете, что они могут при желании натянуть на свои поводы все, что угодно. То есть как с Украиной, сколько они придумали всякой ереси, только чтобы оправдать свое вторжение. Поэтому и здесь то же самое. Я думаю, что это ничего не изменит. То есть пока стоит Украина, Молдова окей. Пока, если, не дай бог, Украина падет, то, значит, соответственно, и нам конец. Какова сейчас ситуация в Приднестровье? Изменилась ли она, сколько мы, недели 3 назад с вами общались, да, вот за последние 3 недели? Ну, у них вот сегодня появилась информация, что они отменили этот высший код террористической угрозы, хотя при всем при этом у них... Позавчера, по-моему, какой-то парень бросил коктейль Молотова в военкомат, его задержали, нашли, что у него гражданство Молдовы, хотя на самом деле этот человек наркозависимый, он живет уже много лет в Приднестровье. То есть наши спецслужбы говорят, что это и он сделал по заказу тираспольских спецслужб, а их пропаганда говорит, что это его заставили из Кишинева. Ну, чисто логически я не вижу никакого смысла Кишиневу это делать, потому что, наоборот, наши настолько боятся, чтобы, не дай бог, что-то тут не началось, поэтому это бред абсолютный. А их там, ну, опять-таки, мы, по-моему, с вами это обсуждали,
что сами их официальные спецслужбы, им это тоже не надо. Это надо тем агентам двойным, которые работают на Москву и которые имеют при этом какую-то высокую должность в местном их КГБ или в Министерстве обороны. Таких там, кстати, очень много. И наш сайт даже публиковал частично список таких лиц. Поэтому вот они могут такое делать. Но опять, здесь все упирается в близость основных российских войск. То есть пока российские войска находятся там в 500 или сколько, 600-700 километров от Приднестровья, то как бы смысла им что-то раскачивать нет, потому что мы понимаем, что с той стороны границы стоит достаточно крупная группировка украинских войск, которая за день-два зачистит Приднестровье полностью. Поэтому они ждут, они надеются, они каждый раз внимательно следят, а что там вот в Одессе, там вот они подошли ли корабли, они укрепился ли там Змеи, Вот если Россия делает массовую высадку в Одессе, тогда да, я почти на 100% уверен, что будет отсюда рывок со стороны Приднестровья, притом даже не знаю, в какую сторону. Могут и туда, могут и на Кишинев, чтобы как бы Путину же важно не какие-то тактические успехи, ему важно просто вот устраивать массовый какой-то глобальный, чем шире, тем лучше, катастрофу какую-то, вот не катастрофу, как слово правильно подобрать, бардак, вот просто, чтобы везде была дестабилизация, чтобы потом все к нему прибегали и просили: Владимир Владимирович, пожалуйста, успокойтесь, давайте как-то вот сядем за стол переговоров, вот это его мечта, чтобы на момент, когда он что-то большое хапнул, чтобы все попросили у него прощения и остановились, и потом еще копить какое-то время силы для очередного рывка. Ну, в его возрасте не знаю, насколько это реально, но, по крайней мере, я ситуацию вижу так. Ну, ничего лучше, я думаю, там все равно к власти не придет при любых раскладах. Поэтому, да. Андрей, вспомнили об Одессе, как раз у нас завыла сирена. Я благодарю вас за интересный эфир и хотел бы отдельно поблагодарить за вашу позицию по Украине. Это для нас действительно важно. Спасибо. Спасибо вам и берегите себя, идите в убежище. Спасибо. Ми будемо прощатися. Я дякую глядачам телеканалу «Репортер». Залишайтеся з нами завжди цікаво.